Архитектурный бетон – это профессиональный термин, обозначающий строительный материал, обладающий свойствами конструктивного монолитного железобетона и одновременно декоративного элемента оформления здания или сооружения. Компания «Северин Девелопмент» завершила проектирование и строительство винодельческого комплекса в Анапе на берегу Черного моря. На этом проекте наша компания успешно выполнила функции EPC-подрядчика. Мы оформили исходно-разрешительную документацию, разработали концепцию и бюджет проекта, спроектировали строго по заданному бюджету, выполнили строительно-монтажные работы и инженерное оснащение. Мы построили действительно уникальное, технически сложное производственное здание, а его уникальность складывается из трех составляющих. Первое – проектирование всех архитектурных, конструктивных, инженерных систем, производственных линий было выполнено в BIM-среде с максимальной степенью детализации LOD-500. Второе. Наше здание спроектировано и построено с учетом сложнейших геологических условий. Участок строительства находится в зоне 8-бальной сейсмической опасности. Главная особенность нашего здания – это применение технологии архитектурного бетона, являющегося одновременно несущим конструктивным монолитным железобетоном и декоративным отделочным материалом с идеальной плоскостью поверхности, не требующей ни дополнительной обработки, окраски, отделки или покрытия фасадными панелями. Не скрою, что это не очень часто встречается сегодня, но встречается везде там, где люди требуют вкусового подхода к своему продукту, к своему задуманному изделию именно с точки зрения искусства. Помимо термина «архитектурный бетон», данный материал также можно назвать полимер-бетон, акрил-бетон, арт-бетон, художественный бетон, декоративный бетон. Преимущество именно архитектурных бетонов в том, что мы создаем лицевую поверхность, которая не требует больше доработки. С одной стороны, это правильно и экономит, с другой стороны, это опять же элитный процесс поверхности, это стиль и, конечно же, это вкус в первую очередь архитекторов и заказчиков по современному строительству. Рассмотрим преимущества и экономическую выгоду в применении архитектурного бетона. Первое – это возможность использования конструктивных несущих элементов монолитного железобетона одновременно в качестве декоративных элементов оформления фасадов и интерьеров без использования дополнительных фасадных панелей, облицовочных материалов или отделочных покрытий. Второе – это долговечность бетонных конструкций, высокопрочные конструктивные характеристики, качественный внешний вид, широкие возможности геометрии конструкций. Все это делает архитектурный бетон наиболее востребованным материалом для возведения современных строительных объектов. Технические характеристики архитектурного бетона превосходят свойства комбинации обычного бетона и фасадных систем по ряду показателей. Высокая сопротивляемость проникновению хлоридов, высокая газонепроницаемость, устойчивость к воздействию агрессивных сред, атмосферные осадки, перепад температур от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия, устойчивость к ультрафиолетовым лучам, хороший коэффициент звукопоглощения, пожаробезопасные свойства негорючих материалов. Возможность монтажа сложных криволинейных архитектурных конструкций, отсутствие необходимости шлифовки и затирки поверхностей, достижение уровня А3 в отделке внутренних помещений без использования штукатурки, шпаклевки и окраски. Архитектурный бетон – это самый экономически выгодный материал в эксплуатации. Не теряет со временем изначального внешнего вида, не требует косметического ремонта или восстановления, легко моется, не поддается истиранию, не выгорает и не выцветает. Бетон мы разделяем на две большие группы. Это технические и конструктивные бетоны и архитектурный бетон. Архитектурный бетон отличается от обычного подбором специальной рецептуры, обеспечением прецизионной дозировки инертных материалов и добавок, безукоризненной подготовкой, сборкой и высокоточной геометрией выставления опалубки, строгим соблюдением технологии производства работ в процессе заливки и тщательным уходом. Для производства такого бетона требуется тщательный подбор рецептуры с учетом архитектурных и конструктивных задач, а также имеющихся в наличии инертных материалов.
Особое свойство бетона, архитектурного бетона – это создание красок и поверхностей, структур поверхностей. В зависимости от поставленных задач в составе бетонной смеси применяются различные добавки, которые либо увеличивают конструктивные свойства, такие как надежность, прочность, гидрофобность, либо улучшают декоративные качества поверхности, такие как фактура, текстура или цвет. Мы используем пигменты как ферроксиды, так и другие пигменты, минеральные пигменты для производства определенных оттенков. То есть мы сегодня в состоянии, не боюсь сказать слово, создать бетон любого цвета. Этот бетон, конечно, требует и определенного специального подхода к сырью, к материалам, из которого мы делаем эти красивые или специальные возможности цемента. Для придания пластичности смеси в нее включаются дополнительные химические, минеральные добавки, полимеры, пластификаторы. Для улучшения армирующих свойств добавляют известняки, вулканические туфы, гравий, песок. Это позволяет нам делать эксклюзивные формы. То есть бетон можно сравнить с новой эпохой, новое развитие эпохи бетона для создания форм. Для стабилизации физических характеристик бетонной смеси при заливке, плотности и однородности используются отвердители, регуляторы схватывания и твердения, а также воздухосвязывающие, гидрофобизирующие, морозостойкие, уплотняющие и расширяющие присадки. Для изменения фактуры и текстуры архитектурного бетона в состав смеси могут входить как натуральные заполнители, граниты, мраморы, базальт, кварциты, слюда, доломиты, так и искусственные, керамическая крошка, цветное стекло. Безусловно, создание рецептуры, условий замеса архитектурного бетона, выставление опалубки тоже имеют свои тонкости и играют очень важную роль в производстве. При производстве монолитных работ, связанных с архитектурным бетоном, желательно применять балочно-ригельную опалубку. Данный вид опалубки позволяет выполнить сложные геометрические формы и индивидуальные железобетонной конструкции. Непременным условием получения идеально гладких, ровных бетонных поверхностей является применение высококачественной бочно-балочной опалубки ручной сборки дока и использование либо новых щитов ламинированной фанеры, либо пластиковой фанеры X-Face. Требования, предъявляемые к этой опалубке, очень высоки, так как данная опалубка изготавливается на месте производства работ. Для ее монтажа и подготовки требуются высококвалифицированные бригады монтажников, потому что любые изменения в геометрической форме опалубки могут привести к браку конструкции в целом. Любые отклонения могут быть критическими и фатальными для выполнения последующих работ. Технология армирования и укладки архитектурного бетона также имеет свои особенности. Конечно, архитектурный бетон является более сложной бетонной смесью для укладки, потому что основные к ней характеристики, которые это не только несущая способность, класс прочности, но это и лицевая поверхность. Он укладывается за счет нагнетания собственной массы в конструкцию опалубки. Тем самым каждый слой поднимает ранее уложенный слой. За счет этого и достигается отсутствие каверн и глянцевая лицевая поверхность. Обработка поверхности и защита архитектурного бетона – заключительный этап технологического процесса, который необходим для защиты поверхности от внешних воздействий и агрессивных сред. Подобная обработка повышает стойкость бетона и обеспечивает сохранение внешнего вида его поверхности в течение длительного времени без специального ухода. Работы по архитектурному бетону складываются из ровно тех же составляющих, что и обычные работы по производству монолитного железобетона. Выполнение армирования несущих конструкций, выставление опалубки под планируемые конструкции и непосредственно сама укладка бетона. Одним из важных аспектов работ является строгое соблюдение технологии и проведение тщательного строительного контроля на каждом из этапов работ. В процессе выставления опалубки к качеству заливки бетонной смеси и уходом за архитектурным бетоном. В регионах России строительство с применением технологии производства архитектурного бетона практически не развито. Причина тому – отсутствие профессиональных специалистов. В России на сегодняшний день технологию производства архитектурного бетона освоено только на 2-3 заводах – в Москве и Санкт-Петербурге. Большинство бетонных заводов, несмотря на наличие импортного оборудования, не способны обеспечить соблюдение рецептуры и стабильного качества бетонной смеси. В основном в регионах не имеется ни апробированных рецептур, ни культуры производства, когда не только полимерные добавки, но и щебень, песок дозируются с нарушениями точности.
Кроме того, не обеспечена бесперебойная поставка высокомарочного цемента и инертных материалов. Современное производственное здание – это сложный инженерно-технологический комплекс, требующий внимательного подхода ко всем деталям строительства. Компания Северин Девелопмент освоила уникальную технологию строительства производственных и общественных зданий с применением архитектурного бетона.